Ну чё, добро пожаловать в еще одну переперделку Space Crusader с первого взгляда. Так, что у нас там по апгрейдам? Я тут немножко подулучшил. В прошлый раз, кому интересно, подыграл немного, в общем, там щиты все подулучшил, скорость. Давай покажу, в принципе, что это за игра. Ага, стоп. Так, я это все нафиг уберу. Давай посмотрим, что у нас тут есть интересного с артефактов, которые я насобирал. Во-первых, у нас все Shield Health плюс... Плюс или минус, блин? Блин, это зеленый фон немного как бы... Уркикивается. Так, Shield Health плюс 15. Здесь у нас Damage нам понадобится по-любому. Projective damage. Чё? Fire rate? Да тут вроде и так у меня с fire rate было все в порядке. Max health. Не очень надо. А вот projective damage плюс max health. Ух ты ё. Вот это вот, конечно, мне пригодится. То есть у нас 15%. Давай поставим. То есть 30% ДПС будет, и вот... Да, экипируем, это все продадим. Давай, как бы... Макс ХП, это дурацкое не нужно. Ну, дамедж... Да ладно, это все беленькое. Может, сейчас что-то еще улучшить сможем. Зелененькое, в принципе, оставим. Так, return. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. В смысле стандарт. А, ну да, у меня стандарт. Return. Upgrade. Что-нибудь можем еще? Время можем улучшить. Времечко, времечко. Тут больше мы ни хрена не можем улучшить, да? О, подбор. Такое себе. Давай, поехали, короче. Тут, в принципе, пока один уровень. Мы вот так вот бегаем. Довольно приятная игрушечка, да. Но она еще в раннем доступе, я надеюсь. Она себя еще оправдает. Так, главное сейчас не нарываться вообще ни на кого. Начнем с этого, я что-то подтупливаю. Ух ты. Movement, Google Panel. Так, Mortal Speed Boost, Cargo, Increase Damage. Все, оружие дамаг хороший. Неплохо. Здесь поначалу довольно-таки непривычно, тяжеловато. Так, вот, щит мне нужен в любом случае. Щит сразу 40, охренеть можно. Я смогу тут долго повоевать таким путем. Хорошо, щит спас. Так, ага. У нас лазерная пушка, кристаллы иллюминает, помогают нам быстрее стрелять.
Так, Reducing Ammo Time, ага. Перезаряд всего оружия. Хорошо. Так, щиты можно еще. Правда, мне сейчас щиты не очень-то, но не пугают. Use skills, grind weapon, change to critical. Critical нет. Давай мортирку выберем. Так, нам надо как-то до сундучка добраться. Давай что-нибудь неполезное. Неплохо. О! Так, давай вот так вот. Самая птичка не очень, я ее люблю. Так, мартирка. Пушечка. А колечко-то идите вылезем с этим колечком. Угу. Уже получше. Так. Правда, тут под конец будет немножечко жопка. Что с ней делать? Еще вопрос хороший. Здесь пока один уровень, народ. Так, надо вообще-то все магнетизм получше прокачать на 3 пункта. В общем, бегающие хрены будут идти. Стреляющиеся вот, а я уже вижу. Магнетизм нужен. Пока магнетизма мы не видим. О. Пока это не стоит делать. Рано. Да что ж ты мне даешь-то всякую ерунду? Ага. Тогда вот это вот. О, побежали, побежали. Зелененькие скелетики. Они самые, заразы, противные. Так. Мортирку. Она поважнее немножко.
А мне Басицкий хорошо подогнал. Так, магнитика. Его восстанавливать по срочнику. Бегающие хрены закончились наконец. Ничего, скоро опять так будет. Их долго ждать не приходится, как правило. Так, ладно, щита мне пока должно хватить. Надо оружие улучшать. Как демо, в принципе, вот ранний доступ идеально как бы представлен. Потом можно новые уровни, новых врагов запендюрить. У игры есть потенциал. Будет ли она развиваться, вот это вопрос, блин, хороший. Будет ли она сейчас у вас показываться на ютубе, вот это вот я залью, это еще лучший вопрос. На который я даже, блин, не знаю, как ответить.
Отлично. Хороший подгонщик. Так, пока все на продажу чисто пойдет. Так, вот насчет скорости движения, это вопрос хороший. Может, в принципе, пригодится. Или нет, почему? Он сильно домашний. Так, погоди-ка, а где посменил сундучок? Понял. Все, сундучки кончились. Хреново. Так, пошли боссы, короче, здесь. Гомер Симпсон и кто он тут? Боссы пошли злее. Еще один придется. Так просто, конечно, мы здесь не отделаемся. Все, сундучки закончились. Хреново. Как-то перебор, по-моему. Надо восстановиться. Немного. Хрена, конечно. Довольно большой геморрой. На счетах опять выкручиваю. Жесть.
Ладно, давай так. Так, а вообще что-то снимается хоть? И опять будет все, здравствуйте. Тять, какой ты наглый, а? Нет, печилок здесь, кстати говоря, я не видел ни разу. О, бля. Так, я прошел, надо же, с третьей попытки. Мы со второй. Давай я на него смотрю. Классный старт, с чего? Ладно. В общем-то, вот такой вот, надеюсь, выйдет первый взгляд. Upgrade. Можем неплохо тут проапгрейдиться. Ладно. Тут, народ, стоит ждать, пока игра более-менее одуплится с раннего доступа. Пока на этом все. Всем удачи, всем пока.